Ребята, всем привет! Сегодня будем переделывать бампер. А помните, да, я вот делал передний бампер. Вот сегодня передний переделаю, сделаю как сзади. Вот видите, купил я ушки такие на передний бампер внизу. Сейчас я вам, короче, покажу, так объясню. Вот он у меня бампер. Вот так я его обрежу и вставлю сюда обычно стандартный бампер, ну и ухи к нему сделаю. Смотрите. Вот этот будем бампер ставить. Вот мы уши отрезали. Будем ставить этот бампер. Так, ребята, вот у нас как получилось. У меня не получилось снять, телефон сел. Вот, ну, короче, в итоге, знаете, что я сделал? Отрезал ухи, вон ухи. Отрезал, вот здесь, помните, да, у меня вот тут они были ухи. Ну, бампер обычный, стандартский, нивский, обычный. Ну, можете либо купить, либо также. Просто на швеллер у меня... Как раз он у меня четко подходит. Просверлили. Вот тут дырки. Ну что мы сделали? Ну и отмерили, да, чтобы он четко подходил, да, по расстоянию. Здесь ухи сделаем. Вот здесь обычно нивские. Вот. Посмотрим. Ну, взяли, отверстия сделали. 4 отверстия. Здесь у нас болты на 10. Здесь вот этот на 20. Сделали. Просверлили, съездили у нас сверла. Двадцатку негде было найти, купили вот такое, как я, блин, забыл, как оно называется, только что, блин, покупал, типа как сверла, которая идет конусом такой, там 4, 8, 10, там 12, 14, ну и так до 20. Ну и просверлили, им быстро вообще сверлится, так же как и металл профиль, так же как и сам бампер. Ну, он вообще с алюминиевым, ему вообще по барабану. Ну и ушки вот эти вот вкрутили. И вот у нас как получилось. С той стороны вот эти на 10 тоже затянули здесь, чтобы вот он более-менее такой был. Вот. Ну, я думаю, в принципе, ничего с ним не будет. В капоте мы тоже, я вам показывал. Кто не смотрел, посмотрите видео. Предыдущий там, наверное, четвертое или третье видео назад. Вот. Я там показывал, как я сам бампер делал, где усиливал. Ну, я думаю, в принципе, нормально будет. Посмотрим, как, конечно, они будут выдергивать эти ухи. Вот. Ну и все равно надо будет ее поднимать, ставить резину больше, лебедку, может быть, куплю. А если у кого-то есть, то напишите мне ВКонтакте или в комментарии. Может, кто-нибудь мне подгонит, либо продаст, там, я не знаю, кто все сделает. Ну и, в принципе, что, вот так у нас получился бампер. Я думаю, нормально будет. Ухи я хотел чуть поменьше взять, а потом подумал, думаю, зачем, смысл. Мало ли, нужно будет откуда-то сильно выдергивать или еще что-нибудь. Нужно будет побольше. Ну и взял вот самые такие большие. Ну, конечно, есть больше еще. Я так среднячок, можно так сказать, взял. Ну и все, в принципе. Ну, сзади бамперы вы видели, я вам показывал. Он, в принципе, не особо сильно, да, там. Тоже там профиль. Ну и сам вот это вот у нас... На чем прицепной, прицепы катать. Я думаю, за него тоже можно дергать, и Нива спокойно оттуда вылетит. Ну вот, магнитолка все стоит. Я поставил. Все играет, все работает пока что. Вот. Ребят, ну и все, в принципе, я думаю, на сегодня все. Вот такое небольшое видео я вам сделал. Конечно, я не показывал, у меня телефон сел, а зарядить негде. Пришлось, короче, это, ну, делать так. Ну, тут, в принципе, если кому интересно, как что-то там сделал, пишите мне в комментарии. В принципе, тут не так уж и сложно это все сделать.
что тут 4 отверстия просверлить, от 2 по 10 и 2 по 20, все, и только вкручивай. Ну и бампер, естественно, такой надо найти будет вам, если у кого-то уже нет и так далее. Ну и потом просто сделаю ушки по бокам, а обычно нивские поставлю, чтобы она выглядела как, да, Нива. Вот. Потому что, может быть, также оформлять там или переоформлять, да, могут какие-то быть претензии с таким бампером. Поэтому вот так. Ну все, ребят, всем спасибо, кто меня смотрит. Всем пока. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь. У нас скоро 1000 подписчиков будет. Поэтому давайте наберем. И будем что-нибудь, какие-нибудь конкурсы, может, у нас будут. Будем разыгрывать. И так будем снимать, что вам будет интересно. Всем спасибо, всем пока. Ребят, ну вот, все, я, короче, его полностью сделал, покрасил бампер, выехал. Вот он у меня. Ну вот она, ребят, как получилось. Уже плохо видно. Сейчас я попробую фонарик включить. Вот. Покрасил. Уже бампер тоже. И эти штуки тоже покрасил, чтобы это... Вот фары тоже закрасил. Все, мне писали, типа, закрасить проще будет, красивее. Ну вот, да. Ну и задний бампер у меня хватило краски. Покрасил тоже. Ну, чтобы уж цвет был, а то он там ржавенький. Ну все, рогатки сюда купить сбоку. Ну и все, и бампера готовы. Можно на Ниве вжаривать уже. И будут тебя вытаскивать, выдергивать. Так. Все, ребят, всем спасибо, кто смотрел.